Занятие второе. Пожалуйста, сожмите кисть руки в кулак. Выпрямите указательный палец. И в воздухе сделайте как Z. Это буква Z. Если вы соедините два пальца, указательный и средний, буква D. Уберите их в кулак. Раскройте мизинец и безымянный палец. Это буква И. Если его вывернуть, И, краткое. Если мы указательный палец и мизинец выпустим, буква И. Сожмите, пожалуйста, указательный палец, вы уберите большой палец и мизинец, буква У. Указательный палец и большой сделайте вот такую форму, у вас получится. Буква Б. Поднимите указательный палец и средний палец и соедините три пальчика так вместе. И вниз. Буква С. Пожалуйста. Б. З. З. Д. Д, С, С, Я. Это новая буква, буква Я. Вам нужно средний палец положить на указательный, и у вас это получится буква Я. Эти три пальчика вы должны обязательно их прижимать. То есть вы мизинчик и безымянный делаете вместе, и большим пальчиком их прикрывать. Вот, эта буква будет Я. Также мы возьмем указательный, опять эти два пальца, средний, и вниз. К. К. Я. К. К. И. И. И краткое. И. 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 У. Так, и покажем дактильные знаки. Б. З, Д. Б, З, Д. Покажем знаки Д, С, Я, К. Д, С, Я, К. К, И, У. К, И, У. И краткое. И краткое. Спасибо. И мы сейчас продактилируем слоги. Ба, за, да. Ба, за, да. До, цо, ко. До, цо, ко. Ня, ря, ся. Ня, ря, ся. Ву, ну, шу. Ву, ну, шу. Бы, вы, ры. Бы, вы, ры. И в обратном порядке. Пожалуйста. Ры, вы, бы. Ры, вы, бы. Шу, ну, ву. Шу, ну, ву. Ся, ря, ня. Ся, ря, ня. Ко, цо, до. Ко, цо, до. Да, за, ба. Да, за, ба. Спасибо. И сейчас мы продактилируем с вами слова, которые мы уже новые знаем, буквы и старые. Вчерашний материал, который мы проходили на прошлом уроке. Нос.
сон, сон, раз, раз, зуб, зуб, бор, бор, рак, рак, код, код, дар, дар, ряд, ряд, дуб, дуб, сын, сын. И скажите дактильно вместе со мной. Баня, баня, ядро, ядро, один, один, нива, нива, арбуз, арбуз, знак, знак, конец, конец, цапля, цапля, время, время, образ, образ, зрение, зрение. А теперь мы можем уже продактилировать фразы. Иван и Вера. Иван и Вера. Вы обратили внимание, когда у нас идут фразы, мы должны после слова, если есть слоги, делать паузу. Иван, пауза, и Вера. То есть вы предлог «и», вы обязательно должны его выделить. Саша и Зина. Саша и Зина. Борис и Соня. Борис и, протянули, и Соня. Скажите, пожалуйста, дактильно. Ваня на кашу. Ваня на кашу. Зоя, дай воду. Зоя, дай воду. На дворе собака. На дворе собака. На окне кошка. На окне кошка. И покажите, пожалуйста, правильно и быстро дактильные знаки. А, Б, Е, И, Р, С, Ш. Пожалуйста. А, В, Е, Н. Н, она, можете, у вас она непонятна будет, вы можете повернуть ее так. Н. И также Р. Р, С, Ш. Повторите четко и точно дактилемы. П, З, З, Д, Д, И. И краткое. К, У, С, И, Я. Спасибо. И, пожалуйста, вы эти знаки, когда показываете, найдите сходство между дактильными знаками и графическим начертанием буквы. И. Она немножко похожа на, как в алфавите. К идет вниз. У. Немножко очертание этой буквы. С. И. Я.
Посмотрите, какие дактильные знаки рисуют букву. Эта буква у нас будет З, и буква Д. Она пишется прописью наверх. Д. Запомните, пожалуйста, тактильные знаки Б, З, Д, И краткое, К, У, И, Я. И, пожалуйста, научитесь показывать их свободно, без напряжения пальцев и памяти. То есть вам не надо очень сильно напрягать мышцы руки. Рука должна быть совершенно свободна. У вас в работе только ходит кисть. Не надо поднимать локоть ни в сторону, ни вправо, ни налево. Вы просто их спокойненько посмотрите. К. Каша. Ваня. Ваня. Пожалуйста, и задание вам на это занятие. Из букв А, Б, Д, Е, Ё, З, И, К, Н, О, Р, С, У, Ц, Ш, Ща, И, Я. Пожалуйста, составьте слова и продактилируйте их с одновременным артикулированием, то есть проговариванием. На это второе задание у вас заканчивается. Спасибо. До новой встречи.